Всем привет! Сегодня 10 мая, Московская область. Я буду высаживать огурцы в теплицу. Это теплица стеклянная, перечно-огуречная. На двух крайних грядках растут сладкие перцы, а посередине я высаживаю огурцы. У нас были 4 дня заморозки. Ночная температура падала до минус 4. Я здесь ничего не накрывала. Единственное, что я вот этот обогреватель заносила сюда, ставила возле дверей по направлению в теплицу, выставляла 20 градусов, и он работал всю ночь. И рассада отлично выглядит, вся на цвету, где-то уже и плоды есть. Ничего не подмерзло. Теплица стеклянная, она хорошая, выдерживает такие небольшие заморозки легко. Шпинат тоже не пострадал, все хорошо. Зелень, зеленый лук, ну, редиска. Здесь также уже наросли большие розетки. Это салат мишутка. Вот такие перцы. Все отлично. Это рассада тыквы. Я ее заносила на время заморозка домой и ставила под лампы. Это здесь рассада горошка. Так, ну, высаживаю рассаду каждый год по одному плану. Значит, делаю посадочную яму, довольно-таки глубокую. Добавляю в эту яму две лопаты больших конского навоза. Это конский навоз, лежит уже в мешках на улице у меня 1,5 года. Хороший навоз, практически одни каштаны. Затем в лунку я буду добавлять по два совка, это биогумус, и по 2 совка золы. Хорошо проливать и высаживать рассаду. Вот, собственно говоря, рассада огурцов. Я ее сеяла и выращивала в теплице здесь. Вот, а на время заморозков, конечно, я ее на всякий случай занесла в дом, поставила под лампы. Хорошего качества, не вытянутая, все хорошо. Здесь гибриды. Огурец такой классический и для закруток, и так поесть. И один гибрид длинноплодных. Все отлично. И вот таким способом я высаживаю каждый год. И еще, конечно, я добавляю глиокладин. По 3 таблетки под каждый куст. И обязательно хорошо пролить. Вот, собственно говоря, и вся посадка огурцов. Работа закончена. На эту грядку я высадила 7 кустов. И, по-моему, я не сказала, какие гибриды. Я их выращиваю каждый год. Они мне нравятся. Это профсемена Витич, Бьор, Трилоджи,
и салон. Это классический огурец и для еды, и для засолки, консервации. Еще посадила, конечно, длинноплодные. Всегда по одному кусту сажаю. Где-то с краю, или возле входа, или там. Потому что обычно они такие высокорослые, кустистые гибриды. Вот, сажаю часто, потому что я огурцы формирую. Поначалу особенно, а здесь уже, когда они к потолку подходят, я уже формировкой не занимаюсь, поэтому высаживаю их часто. Сейчас мульчировать ничем не буду. В конце недели буду косить участок, и тогда замульчирую скошенной травой тонким слоем. Я всегда подкладываю тонким слоем. Здесь вот видно, уже перцы слегка замульчированы, я косила уже участок. И тонкий слой скошенной травы закладывала сюда. Так постепенно в течение лета я подсыпаю сюда мульчу. Вот так все выглядит. Пускай приживается. Так, ну что, и конечно взяла 20-литровое ведро. Уже нарвала крапивы. Там еще добавила немножко конских каштанов и залила. Это будет, так сказать, зеленое удобрение. И добавила сюда еще чуть бактерий, чтобы не было этого аромата в кавычках. Еще крышкой сейчас прикрою. И все, и оно уже, считай, наверное, в конце недели или в начале следующей недели удобрение зеленое уже будет готово. Я пол-литра разбавляю в одной лейке с водой и проливаю. Буду проливать и огурцы, и перцы. Поставлю еще несколько ведер. Буду также проливать томаты. Кстати, томаты скоро уже нужно будет и подвязывать, потому что они уже подросли заметно. В следующий раз вам покажу и томатную теплицу. Ну, а у меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал, заходите ко мне в телеграм-канал, тоже подписывайтесь. Я вам буду очень рада. Всем пока!